Шел по лесу медведь, шел, притомился, сел на пенек, посидел и дальше пошел. А пень так и остался стоять, крепкий, даже медведю не под силу свернуть. А вот жукам-короедам, муравьям такое дело под силу оказалось. Стали жуки для своих личинок ходы сверлить, квартиры строить. Потом в пне поселились муравьи. За муравьями в пне поселились гусеницы. Потом к пню прискакал и кузнечик. Летели к пеньку пчелка, стрекоза, комарик и красавица-бабочка. Даже большой клоп поселился в пеньке. Для себя ходы и комнатки, глядь, и пень исчез, в труху превратился. На землю кусочком и упал. Кусочки эти жуки-червячки растащили, съели и в почву превратили. Ведь на полянку, где пень стоял, а там, кроме муравейника, ничего не видать. Как же так, думает? Точно помню, был здесь пень. А куда он подевался?